Все, хорошо. Так, ну, всем привет. Меня зовут Михеев Борис, и сегодня я расскажу, в общем, о задаче детекции аномалий и некоторые методы, представленные в частности вот в данной статье. Но если в общем, то задача состоит в выявлении новых, неизвестных или некорректных данных или каких-то паттернов в них, которые отличаются от остального большинства типичных объектов. Ну, задача как бы актуальна во многих областях, и при обнаружении аномалий они как-то специальным образом помечаются и присваиваются соответствующему классу. В целом, такие данные появляются достаточно нечасто, и обычно используются в различных методах предположение, что нормальные данные сосредоточены относительно компактно в какой-то области признакового пространства. А объекты же вне этой области рассматриваются как выбросы. Вот. Стоит, наверное, сказать еще о терминологии задачи. В ней часто встречаются три термина: novelty, anomaly и outlier. Ну, в принципе, они синонимичны, но есть некоторые различия в определении. Под anomaly часто понимают объекты с, ну, конкретно другого распределения, который сильно не похож на типичные. Outlier же это, ну, редкий, маловероятный, но, ну, все-таки имеющий некоторое сходство с нормальными объектами, а novelty это объекты с, ну, новой области вероятности, то есть, грубо говоря, новые данные, на которых модель еще не обучалась. А вообще существует много методов детекции аномалий, можно их разбить по группам, вот как на картинке. Ну, есть основанные на классификации, кластеризации, различных статистических и информационных подходов, ну и многие другие. Но наиболее всего популярны метрические методы, которые используют идею близости объектов, то есть используется гипотеза компактности для типичных объектов, что они, ну, схожи, близки и находятся в какой-то компактной области. А все точки вне этой области мы считаем аномальными. Вот. Рассмотрим поподробнее методы, базирующиеся на классификации и использующие, в частности, нейросетевые подходы. Но в целом постановка такова, что метод учит некоторое отображение из пространства входов в пространство признаков меньшей размерности. То есть, ну, по сути, обучаются веса сети, которые дают некоторое внутреннее представление объектов. Далее по этим векторам признаков у нас определяется степень принадлежности объекта к нормальному классу посредством, ну, какой-то функции D. Ее можно трактовать как там, вероятность принадлежности к классу или какой-то рейтинг объекта, близость, там, расстояние и так далее. Задача, когда у нас нормальный класс уже состоит из M различных категорий, ну, это некоторое закономерное обобщение одноклассовой задачи, и есть два, ну, логичных подхода к ней. То есть в первом мы просто обучаем M-классификаторов для каждого класса, а затем в совокупности применяем их для идентификации нового объекта. Во втором же мы просто используем один одноклассовый классификатор, но обучаем на всех данных, объединив все M нормальных категорий в одну. Вот. Ну, поподробнее рассмотрим первый подход. То есть в M-классификаторах и возникает вопрос, как их объединить. И интересно, что вот в рассмотренной статье в качестве такого строгого обоснования для объединения авторы применяют так называемую теорию Дэмстера-Шафера. Ну, про нее, в принципе, много можно что рассказать, и основные какие-то моменты вот на слайде можно увидеть, но если вкратце, то она базируется на использовании так называемой функции доверия и правдоподобия для комбинации отдельных частей информации и свидетельств для вычисления вероятности некоторого события. Ну, да, в ней много есть особенностей, которые отличают от, ну, как бы, теории Байеса. Но основная идея в том, что там другая концепция вероятностного пространства, там пространство элементарных исходов заменяется на множество взаимоисключающих гипотез, так называемое универсальное множество. И вместо меры используется понятие массы множества, там подмножества формируются иначе, то есть они объединяются через исключающие или, то есть верно только что-то одно, и, ну, и многое другое.
И в ней есть такое основное предположение, что есть какие-то абстрактные эксперты, каждый из которых может выбрать некоторые множество гипотез как верные. То есть это означает, что у них присваивается ненулевая масса, и поскольку информация об истинности утверждений может поступать из различных независимых источников и, соответственно, может быть противоречивой, ее можно вот в этой теории согласовать по так называемому правилу Бемстера. Заключается оно в том, что есть два набора масс для всех подмножеств, вот это универсальное множество. Ну, масса здесь трактуется как аналог вероятности некоторой. И они объединяются по соответствующему правилу. Вот. То есть, есть некоторые, несколько эквивалентных формул. Коэффициент n, использующийся здесь, это так называемая мера конфликта. Она суммирует все непересекающиеся подмножества, которые имеют нулевую массу как вот в обоих источниках информации. Вот. И утверждается, что вот таким образом мы избавляемся от конфликтующих свидетельств. Ну, тут на самом деле можно больше и подробнее рассказать, но это, в общем, будет довольно долго. Ну, и если вот рассмотреть нашу задачу с объединением классификаторов, то здесь под универсальным множеством мы можем рассмотреть множество всех нормальных классов, то есть единицы до n. И лямбда — это класс аномальных объектов. Вот. Мы считаем, что классификатор дает вероятность принадлежности объекта к какому-то набору классов U. И поскольку у нас классификаторы все одноклассовые, то ненулевую вероятность они могут присвоить только в двух случаях, когда U — это ну, какой-то итый класс или же не итый. Ну, под неитым здесь подразумевается как бы какой-либо кроме него. Вот. Соответственно, для объединения предсказаний мы и вычисление вероятности, что x — это аномальный объект, мы вот используем соответствующие правила. И здесь есть только один случай, когда пересечение m классификаторов дает аномальный класс лямбда, и поэтому здесь сумму можно просто убрать, и остается произведение. Ну и, в общем-то, из всех этих выкладок следует ну, довольно очевидное решение, что объект у нас классифицируется как нормальный, если хотя бы один из классификаторов отнес его к нормальным, ну, потому что иначе здесь просто это произведение обнулится. И объект является аномальным, если все классификаторы отнесли его к классу аномалий. Ну, тогда эта вероятность не ноль будет. Вот. И, соответственно, на этом строится самый простейший метод решения многоклассовой задачи вот с использованием M-классификаторов. Ну, здесь можно увидеть эти алгоритмы, приведенные, как они есть в статье. Ну, то есть в первом случае мы просто учим M одноклассовых моделей, каждый на своем классе, как на нормальном. Далее используем совокупности. А в другом подходе мы просто используем один классификатор для всех M-категорий, просто переобозначив их за одну нормальную категорию. Вот. Еще авторы приводят теоретические доказательства, что второй подход имеет большее значение метрики качества AUP, чем первый алгоритм. Ну и то, что чем у нас больше нормальных категорий, то есть больше классификаторов, тем сильнее будет падать метрика качества в первом подходе. Вот. Ну, перейдем, наверное, ближе уже к самим методам, как бы для сравнения с авторским. Использовались два существующих алгоритма детекции аномалий для одноклассовой задачи с названиями там Deep Robust One Class Classifier и Deep Support Vector Data Description. К каждому из них применялась вот эти две реализации, озвученные до этого. Вот, мы их рассмотрим чуть поподробнее, ну, просто потому что на их примере можно посмотреть часто встречающиеся подходы в задачи. Вообще, в принципе, вот в университивных методах решения задачи применяются часто следующие концепции, то есть используется часто метрическая идея, как бы мы обучаем алгоритм проецировать типичные точки в какую-то компактную область, там, сферу, как правило, в пространстве признаков меньшей размерности.
И затем уже по представлению объекта в этом пространстве мы определяем его, ну, грубо говоря, нормальность по расстоянию от сферы. Можно учить и, скажем так, геометрию объектов, ориентацию, то есть используя, ну, генеративно-состязательный подход. А именно, вот если в контексте картинок мы применяем к нормальным данным какие-то преобразования, там, повороты, растяжения, сдвиги и так далее, и просто учим дискриминатор распознавать эти преобразования. И если для какого-то определенного объекта преобразования не было найдено, то мы относим объект к выбросам. Можно обучать генераторы генерировать по векторам признаков нормальных объектов, ну, синтетические объекты, наиболее близкие к типичным точкам, то есть с наименьшими потерями. И если для конкретного нового объекта результат генерации сильно отличен от нормальных точек, то он также считается аномальным. И степень этого расхождения, как правило, в таком случае определяют по, ну, так называемому reconstruction error. Это просто, ну, по сути, квадрат L2 нормы между исходным и реконструированным изображением. Вот. Ну, подробнее рассмотрим сами алгоритмы. Вот, первый, с которым сравнивается авторский, это DeepSDD. Здесь вот на слайде можно посмотреть минимизируемую функцию потерь. Ну, идея в том, что обучается, по сути, сеть, отображающая объекты типичного класса в сферу как можно меньшего радиуса в конечном скрытом пространстве признаков, и причем как можно ближе к центру. Ну, то есть идея, как в SVM, но ищется просто разделяющая сфера на меньший радиус и заключающая как можно больше нормальных точек. Вот. Здесь гиперпараметр алгоритма — это C, это, собственно, центр сферы в латентном пространстве. Параметры радиуса R и вектор весов оптимизируются. Есть еще параметр mu, это, ну, он отвечает за некоторый баланс между объемом вот этой сферы и, скажем так, по-моему, нарушением границы. То есть тут допускается, что какие-то нормальные точки могут проецироваться за пределы этой области. Вот. Стоит, наверное, сказать, что авторы вот этого алгоритма, они предлагают брать центр как средний от получаемых векторов признаков объектов, которые получаются на специальном предварительном этапе, то есть перед самим алгоритмом мы просто подаем нормальные точки сети и получаем их какие-то, ну, уже имеющиеся, в общем, получаем их некоторые представления. Вот. Еще стоит, наверное, сказать, что там доказывается, что если центр тоже оптимизировать, то там очень часто будет получаться тривиальное решение, то есть на выходе мы получим сферу нулевого радиуса. И, по-моему, то же самое про байс-слагаемое. Вот. Следующий алгоритм, с которым авторский сравнивался, это так называемый DROG, ну, там, аббревиатура. В нем также используется предположение, что точки лежат где-то компактно, нормального класса лежат компактно в каком-то, ну, какой-то области. Но близость к нормальному классу определяется по расстоянию уже не до сферы какой-то одной, а до объединения просто малых сфер, малого радиуса вокруг каждой из нормальных точек. Ну, точно так же у нас сначала обучается сеть на типичных точках, а затем мы после этого синтетически генерируем аномальные точки путем добавления шума к исходным данным. Для них мы максимизируем потери классификации путем, ну, градиентного подъема. Мы это шумовое слагаемое обновляем для нахождения, так сказать, наиболее непохожей аномальной точки. Далее мы это шумовое слагаемое подстраиваем так, чтобы наша сгенерированная точка проецировалась в некоторый шаровой слой с радиусами R и гамма R. Ну, сверху авторы его ограничивают там с целью регуляризации. Соответственно, в итоговом лосе, который оптимизируется, учитывается регуляризация, потери классификации для нормальных объектов. Здесь L — это просто какая-то функция потерь для классификации. Вот. И также еще и максимум потерь классификации на аномальных точках. Вот. Собственно, перейдем уже к авторскому алгоритму Deep
Multi-Class Anomaly Detection. Вот. Он основывается на, так сказать, первом подходе решения многоклассовой задачи. То есть здесь есть обучается N-классификаторов, но каждый учится на всех данных сразу, просто принимая данные не из класса за одну категорию, как аномальные. Обучение разбивается на две стадии. Для каждого класса у нас учится автоэнкодер на данных вот этого самого класса, просто с функцией потерь между исходным и реконструированным изображением. Вот. У нас мы получаем некоторое представление для объектов класса, а далее мы учим только энкодер для каждого этого класса, используя -1 оставшиеся как аномалии. То есть, ну, создаем некоторый набор размеченных данных. Определяется еще центр класса, CIT, по уже обученным внутренним представлениям, как средние. И обучается, ну, по сути, отображение, которое выражает точки класса в сферу вокруг центра вот этого CIT, остальные на как можно большее расстояние от нее. Ну, действительно, если мы рассмотрим функцию потерь, то первая слагаемая отвечает за минимизацию сферы вокруг нормального класса. Второе, вот это вот оно максимизирует как бы расстояние от нее для точек не из класса. Здесь дельта — это гиперпараметр, это расстояние, дальше которого мы хотим отображать аномальную точку. Вот. Соответственно, уже на стадии применения для каждого нового объекта вычисляется минимальное расстояние между центроидом каждого класса и выходом энкодера. И если оно меньше некоторого порога, ну, гиперпараметра гамма, то объект считается нормальным, иначе считаем за аномалию. Вот. Перейдем, наверное, к рассмотрению экспериментов. В статье сравнивались, получается, 5 алгоритмов, то есть алгоритм DROG и DeepSVDD в двух реализациях, то есть когда у нас боролось 7 классификаторов или же один, и, собственно, авторский алгоритм. Рассматривались они на датасетах там, CIFAR-10, FMNIST и еще на авторском датасете Recycle, там, ну, в общем, он состоит из 5 категорий изображений там, разных перерабатываемых отходов, сырья всякого. И еще там есть один класс, это просто какие-то рандомные изображения мусора, вообще не похожие на те 5 категорий. Вот. Соответственно, рассматривались различные комбинации разбиений на нормальные и аномальные классы, то есть в различных соотношениях они разбивались, там 2 к 8, 5 к 5 и 9 к 11, ну и так далее. И рассматривались все возможные комбинации. Вот. Ну и в качестве результата авторы приводят 95% доверительные интервалы для значения метрики AUG. Вот. Собственно, из результатов мы видим, что авторский алгоритм имеет лучшее значение, то есть достигается наибольшая верхняя и нижняя граница интервалов, за исключением вот некоторых случаев для алгоритма DROG, они здесь помечены как outlier. Заметно, что два других алгоритма, с которыми сравнивались, с реализованным ну, вторым подходом, когда мы используем один единственный классификатор без скобки M, они дают лучшие результаты, чем другой вариант решения, что подтверждает как бы теоретические рассуждения авторов. Если мы ну, тоже рассмотрим еще графики приведенные, здесь заметно, что все алгоритмы, кроме авторского, вот самый верхний, в некоторых случаях дают значение AUG меньше 0,5, что, в общем-то, говорит о довольно низком качестве классификации. Вот. В целом, стоит еще, наверное, сказать про то, что авторы рассматривали получаемые вектора признаков для разных алгоритмов. Вот. Сравнивались, по-моему, один лучший, один худший случай. Еще стоит, наверное, сказать, что для вот, разных алгоритмов вектора признаков имеют различную размерность. Там, по-моему, для авторского и DeepSVDD это 128, а для DROG 64 вроде. Вот. Соответственно, все классификаторы обучались сначала стандартным образом на каких-то выбранных комбинациях классов.
Тестирование им просто давали 100 рандомных изображений, по-моему, в равном соотношении из каждого из 10 классов датасета CIFAR-10. Вот. Ну и строились кумулятивные функции распределения для метрик близости от получаемых векторов до вычисляемых центров классов. Вот. Например, для DeepSVD можем видеть, что в целом представление неплохо разделяет классы, потому что для всех остальных классов графики лежат правее, чем для классов 4 и 6, которые здесь выбраны как нормальные. Это значит, что в целом у нас расстояние для всех остальных классов до центра сферы, в которой мы заключаем нормальные данные, больше. То есть в целом разделение хорошее. Для других случаев мы видим, что графики некоторых классов лежат левее, то есть для них там расстояние меньше, значит, у нас это приводит к какому-то определенному количеству случаев false positive. Ну и вот такая ситуация видна для авторского алгоритма и еще одного. Вот. Также авторы еще проверяли гипотезу о том, что похожие объекты будут отображаться в похожие вектора признаков. По сути, они просто использовали тест Колмогорова-Смирнова, там с нулевой гипотезой, что два набора точек из одного распределения. Значение КС-статистики — это, по-моему, супремум модуля разности функции распределения. И если он равен единице, то считается, что нулевая гипотеза у нас подтверждается. Вот. И авторы применяли этот тест к каждому измерению по отдельности. Вот. И, собственно, эти статистики все вычислили. Соответственно, максимальное значение сумм их может быть по размеру вектора признака. Вот. Соответственно, мы видим, что, например, для алгоритма DROG при выборе нормальных классов как 0 и 8, а остальные все за аномальные, мы видим и значение УК достаточно неплохое, и значение КС-статистики достаточно близкое к 64, что говорит о том, что у нас неплохо разделяются нормальные и аномальные классы. Для другого же выбора нормальных классов здесь уже есть достаточно низкие значения, для единиц там 12. То есть у нас большая вероятность, что этот класс будет классифицирован неправильно. Вот. Для DeepSVD результаты здесь хуже, потому что здесь выходной вектор имеет значение, имеет размер на 128, и, в общем-то, тут достаточно низкие значения этой статистики. Вот. Для авторского алгоритма, для, опять же, некоторых случаев разбиения по классам значения достаточно неплохие. Все равно встречаются довольно низкие значения этой статистики. Вот. Но в целом тут очень много все зависит от разбиения на нормальные и аномальные классы. В общем-то, еще авторы отмечают, что в целом часто наблюдаются ситуации, когда значение метрики качества ниже 0,7, что, говорит о достаточно хороших результатах. Вот. В целом, наверное, это все, что я хотел сказать сегодня. Спасибо за внимание.